Всем привет, с вами Прием. Сегодня вновь скроем сундучки недельные. И повезло мне, опять же, упала легендарочка для Demon Hunter. Первой легендаркой был поясок. Второй, сейчас посмотрим, что упадет. Может, придаст, может, желание Кил'джетена. Придаст, окей. Я подумаю, на самом деле, что будет лучше для этого ДХ. В будущем он танком будет, но когда настанет это будущее, весьма большая загадка, если честно. Так что пускай он лежит до поры до времени. Переходим к самому главному, вскрытие сундуков. Сначала шаман, потом друид, потом паладин, потом вар, потом ДК. Посмотрим, что упадет. Может быть, что-то прокнутое, классное упадет. Всякое возможно. Начнем же. Ноги. Хастмастере. Без крита. Ну, пускай будут надетыми. 15-й каземат и модификатор текущей недели. Усиливающий, мучительный, тиранический. То есть усиленные боссы по хп и атаке. Также хилу нужно держать 90% и выше хпшки всей группе. И усиливающие — это просто равномерно нужно бить мопцов. Да, кошечка? Все, сиди. Размяукалась. Что хочешь? Что такое? Походи тут. Так, проверяем добычу для друида. Друид-страж. Поехали. Это реликвия с АМК, насколько я правильно помню. Но для моего друида она уже не особо зайдет, потому что эквип маленький. Хотя, я оставлю. Смотрим, может быть, пригодится. Идем на паладина. Паладин, добыча, специализация, защиты. Колечко. Колечко 960. Которое не особо-то нужно мне уже. 14-я утроба. Все равно придется 15-й ключик искать в дальнейшем. Колечко, скорее всего, не нужно, потому что по бижутерии у паладина моего вообще все идеально. Что с ожерельем, что с колечками. Теперь предстоит долгий путь за воина к сундуку. Хорошо, экран теперь полностью видно. Добыча, специализация, защита. Поехали. Поясок с критом, который автоматически уйдет на продажу. 15-я утроба. Отлично. Утроба на тиранике, конечно, это опасно с рандомами, которые не умеют от косы уклоняться, но попробовать можно. Почему бы и нет? Но осталось самое главное, это лут для ДК текущего рейдового мейна. Я уже в ожидании 985-го релика. Специализация лед.
Ну да, это релик. Но не 985-й. Увы. А он физически лучше не прокнет. То есть лучше, чем привязка теней по второй полосе Тигеля. Почти вообще ничего нету. Основной модификатор, основной трейд такой же. Самый лучший в виде Ambidextrio уже прокнул на этом льде. Так что... Эх, обидно, обидно, что такого низкого эквипа релик. Хотя бы на 10 выше. То есть на 5 выше моего текущего. Это уже было бы получше намного. Минус неделя, как я правильно понимаю, то что дропа 0. Нужного тем более. А, хотя почему? Ноги для шамана. Кошка! Не наколдовала ни черта. Тьфу на тебя. Ладно. Но эта неделя еще не окончена, и попытка дропнуть Мантул все-таки присутствует на пяти персонажах. Четырьмя я схожу сегодня, через какое-то время, а шаманом пойду в воскресенье вместе с вами. Рейдик со зрителями, в моей гильдии, все дела. Не забывайте вступать в гильдию, берегите ноги. Не забывайте беречь ноги, не болейте. Счастья, здоровья вам, хорошего лута с недельных сундуков, если еще не вскрывали. До скорого!